Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Амори. И я не знаю почему, но, видимо, звук тут какой-то стал громче, потому что он слишком громко. Хотя настройки у меня все те же самые. Ладно, мне сказали, что остановился я прям перед боссом. Ух ты. Ух ты, это да, теперь вспомнить бы, а в какую сторону идти. Я-то не помню уже. Ой-ой-ой, я совсем забыл про мышку. Вот так, оп. Предположим, что вниз. Не заступай. Ага, и, видимо, сейчас начнется бой. А я не заступал. Не надо. Это вранье. Нараза, мы наконец тебя поймали. Теперь верни нам особую газету. Че с ней? Эй, Роза, ты слышишь нас? Почему она не отвечает? Давайте посмотрим поближе. Написано же, нельзя заступать. А, вы хотите, чтобы я эту ошибку сделал? Ну, давай. Сейчас она превратится в огромную картошку, да? Опа. А. А такому. А? Это что? С вирусом мы сражаемся? Блин, я думал, нарисую прикольную заставку, где мы сражаемся с боссом. С чем я тут буду сражаться? С окошком? Так, ладно, тогда мне говорили, выучи, как грусть, печаль, все это действует. Но это надо выучить не только кто что бьет, а еще и кто из них что делает. И за секунду вот так вот надо быстренько ориентироваться. Пока к этому я пока не готов, поэтому я просто буду вот так рандомно делать и все. Кстати, и вот это вот вообще нихера не очевидно. Как ты говоришь, вот, позвать Обри, позвать Кейла, там, толкнуть, пнуть, посмотреть. То, что они делают какой-то эффект... При этом это вообще максимально не очевидно. Они нас не атакуют, да? Так, ну предположим, по характеру, да? Что Кел, например, будет злить. Я просто пока еще не помню, я не выучил еще. Подожди, блин, я к экзаменам сейчас готовился, учил. Мне теперь к игре сидеть учить надо. А, вот, может, навыки. Подбодрить. Ага, вот. Подбодрить. Кого подбодрить? Нет. Подожди, атака, хорошо, так, подбодрить у нас это, то есть повысить настроение, делает Обри, правильно, Кел у нас злость, видимо, вызывает, а потом ты у нас что делаешь, готовка у нас, так, я думал, Амори снимает все эффекты, а это, видимо, он делает, да, Хиро. Нет, я выучу как-нибудь потом. Подожди, урон вообще идет, нет? А, да, видимо, идет. Ну и что, сильно мне против босса помогло сейчас вот эти знания о Грейсе там? Нет? Как-то незаметно, знаешь ли. Давай рандомно, вот так вот, наугад делаем все. Чтобы просто побольше урона нанести. Нанесли побольше урона. Так, 32, красотка просто. Ну, она мне нравится, она прям молодец, слушай. Просто лучший из нашей команды. Нет, тебя я не буду использовать навык. Давай я у нее как раз таки и использую навык. Будь начеку, приложу все усилия, ага. Почему на нее сейчас? Стоп. Я же использовал ее на него, правильно? Но в итоге он ее подбодрил. То есть тут, кроме использования навыка, он еще и отражается в противоположную сторону, что... А? Я думал, она ему поднимет настроение, и он будет счастлив. А получается, она счастлива. И почему такой легкий босс? Он нам только подгадил и испортил все здоровье. Ладно, тогда возвращаемся. Что? Только что произошло? Какая разница? Нужно забрать особую кассету. Мы забрали особую кассету у Розы. А, какого черта? Эй, это мое. Отдайте. Нет, кто нашел, берет себе. А мы вернем это в магнитофон Космобойфренда, где ему и место. Космобойфренд? Говорите? О, глупый детишка.
Последних новостей не слышали? Из достоверного источника мне известно, что Космопарень и Душечка уже давно разошлись. А как по-вашему, эта особая кассета вообще оказалась на свалке? Космобойфренд сам ее выкинул. Космобойфренд выбросил особую кассету сам? Ой-ой, это нехорошо. Но если Космобойфренд и Душечка больше не вместе, как мы теперь разбудим Космобойфренда? А будущее единожды Великого Альянса Космопиратов зависит от нас. Это ваши проблемы, а не мои. Подожди секундочку. Откуда мы знаем, что ты не лжешь? А может, ты просто хочешь, чтобы мы вернули тебе особую кассету? Ну, я бы никогда. А может, я и грубая, и надменная, но не лгунья. Как мы тебе не поверили, тогда мы оставляем себе особую кассету, а там уже посмотрим. А теперь проваливай, противное растение, мешай кому-нибудь другому. Ах, боже, я грубо. А ты заплатишь за это, грубый мальчишка, помяни мое слово. Я ж тебя забуду все равно, я скорее всего в следующем выпуске про нее уже не вспомню. Ладно, поднимаемся наверх, восстанавливаем здоровье и идем опять вниз. На всякий случай сохранимся еще. Давай хаваем. Блин, жареная курица. Ну что же, пожарить курицу? Ну это надо жарить ее, я не хочу. Впадлу. Давай так, все, пошли. И будем дальше исследовать свалку, ну а что поделать? Не, скорее всего, мы вниз вот так и выйдем обратно на общую поляну. Угу. Да, мы вышли к самому началу. Мощно, мощно. Да, и мы в самом начале. Зашибись. Ну давай хотя... Так, мы тут сыр ели, правильно? Значит, скорее всего, вот сюда вот надо пройти. Нет. Нет, здесь не сыр ели. Хм, ну ладно. Тогда давай посмотрим, где мы... А зачем, кстати, нам на свалке еще колупаться, правильно? Мы же все нашли. И для космодев... Не, космобойфренда кассету, и для... Как эту фигню звали? Компьютерной девочки, по-моему. Иди в жопу. Так, тут мы не пройдем. Ах ты, глист поганый, а. Ну это в натуре глист, смотри, он уже из чего-то очка торчит. Так, ладно. Ух, 41, нихера себе, вы его мочите. И давай добьем его сразу. Кел это снизу. И получается, ты можешь лучше, она себя подбодрит. Нет, обри чувствует злость. Скорее всего, мы навык используем на кого-то, и этот кто-то уже воздействует на нас. То есть на него это удовольствие, на него спокойствие, а если на него, то он всех... Что-то пока непонятно. Что-то пока все вообще наоборот. Звездную газировку нашли, зашибись. Так, куда мы вообще идем? А, зараза, которая пропускать нас не хотела, да? Стой, где стоишь? Мы наконец нашли тебя, Плутон, тебе не скрыться. Ого, вот это он мощный. Пожалуйста, только не делись со мной. О, нет. Мои большие, хорошо очерченные руки и ноги отрезали. Я не позволю всему так закончиться, мне нужно спрятаться. Эй, вы, там, фух-фух, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Быстрее, у меня мало времени. Вам нужно где-то спрятаться. А, вот в яму спрятаться, и это будет как и остальные планеты. Придумал. Можешь расслабиться, у меня все под контролем. В яму его засунет. Что? А куда ты сделал? Ладно, должно сработать. Блин, ну где идут? Так, все, видите себя, естественно. А где он? Куда он реально его засунул? Фух-фух. Черт. Черт. Черт, мы его упустили. Эх, ребята, мы ищем громкую и очень дорогую планету изгоя по имени Плутон. Такой большой, круглый и серый тип с большими выпуклыми мускулами. Его сложно не заметить. Ну что, вы его видели?
Обри максимально себя естественно ведет. Типа, я втыкаю. Нет, не видели. Серьезно? Ну, ничего не поделаешь. Все хорошо, чувак. Просто продолжим искать. Мы обязательно его найдем. А ты француз. У нас французские пираты почему-то. Все, сэр, они ушли. А, ну я так и знал, что он там спрячется. Правда, я думал, ну так вот и будет торчать. Какая сообразительность. Я впечатлен. Примите мою бесконечную благодарность. Могу я узнать, как вас зовут? Нихиру, это мои друзья Обри, Кел и Амари. Прекрасные, замечательные имена для замечательных молодых людей. Меня зовут Плутон, и я планета-изгой. Оборванец, если хотите. А, типа, потому что как там, Плутон перестали называть планеты. Да-да-да. Прошу прощения за то, что доставил вам столько хлопот. Конечно, он нас отпиздил один раз. Слышишь, хлопот он нас... нам... Ага. Но я считаю, что я не какая-то там дворцовая декорация. Я хочу свободно летать по небу, как птицы или звезды. И если это желание делает меня изгоем, то да, пусть будет так. Пусть называют меня как хотят, пока я делаю все, что хочу. Моя душа жаждет свободы. Вы же понимаете меня, да, ребята? Кел, ты плачешь? Такие дикие эмоции. Я тронут. Это было прекрасно, Плутон. Все, как ты и сказал, Кел. Стоп, ты тоже Обри? Наконец, этот час настал. Я исполню мечту всей своей жизни. Буду управлять транспортной компанией. Я назову ее Плута Экспресс. Ага, и получишь иск в суд от Диснея. Это будет будоражить. Вы помогли мне. Я не останусь в долгу. Теперь я Плутон из Плута Экспресса. Представьте, что вы пришли в транспортную компанию. Хорошо. Ух, здравствуйте, Плутон. Вас приветствует Плута Экспресс. Куда бы вы хотели сегодня отправиться, юные путешественники? Это было слишком? Кажется, нужно понизить тон. Давайте еще раз. Нет, все хорошо. Мы бы хотели просто вернуться к лагерю, пожалуйста. Так вы хотите попасть в лагерь внеземельке? А как мое первое задание? Так волнующе. О нет, начинается. Поездка до лагеря во внеземелье начинается. Внеземье, наверное. Я вас не подведу, юные путешественники, запрыгивайте прямо на меня. А то есть ты лично будешь возить? Все на борту. Погодите секунду, я еще нет. Я знаю, за что он может зацепиться, но надеюсь, этого показывать не будут. Сука, в аварию попали, я так и знал. И кто-то умер. Он наебать нас пытается, прям очень жестко, тебе так не кажется? Внеземье было слева, просто слева. Там пройти на соседнюю локацию. Он нас куда-то в космос потащил. Он нас спер. Приветствую, добро пожаловать на Плута Экспресс. Куда хотите отправиться сегодня? Внеземье. Так вы хотите попасть в внеземье? Да. Понял. Просто сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой. Да-да. Хиру прям... Нет, это Кел. Кел наслаждается поездкой. Вообще нереально. А, вот эта остановка зачем? Как вы оцените поездку? Комфортная обстановка и расслабляющая музыка. Мы ставим 5 звезд из 5. Говори за себя. Я рук не чувствую. А чем ты там занимался, слышишь? Кел должен сказать, ты героически спас свою жизнь, держась за меня. У тебя большой потенциал, позволь меня обучить навыку, который может тебе пригодиться. Повтори за мной. Когда я выставляю себя, лучше ощущаю. Твоя очередь. Когда я выставляю себя, я лучше ощущаю. Потрясающе, я сделал это.
Тебе нужно еще немного потренироваться, но неважно. Теперь ты силен. Хорошенько запомни этот урок. А что ж, до свидания, ребята. Скоро увидимся. Он сейчас взорвется. Фух, Кел выучил напрячься? Ну, молодец, Кел, чё, флаг ему в руки. Перекус, да. Второй раз я не выдержу все эти путешествия, лучше сохраниться. Естественно, мы чувствуем себя как новый. Картинка, конечно, сохранить в тот же файл, конечно, перезаписать, возвращаемся. Ой, мы теперь опять в Аморе главный. Так, а куда нам идти там надо? А, Космобойфренд, он вверху, да? Да, вот он. Он самый оборзевший тут. А, нам еще как-то с воронами надо пообщаться. А что ж, вот и она, вы и правда справились. Слегка грязная, это точно наша утерянная свободная кассета. Огромное спасибо, ребята. И этим мы наконец сможем разбудить космобойфренда. Кел залез себе в карман и достал особую кассету. Но насчет этого, у нас, кажется, плохие новости. Мы услышали слух о том, что космобойфренд и душечка, но расстались. Что? Расстались? Окончательно? О, нет. Но это значит, что уже нет смысла включать ему особую кассету. Надежды больше нет. Космобойфренд, мы вернули не твою особую кассету. Эй, мог бы сказать спасибо. О, не грусти так, космопират. Это всего лишь слухи. И даже если это правда, это не конец света. Люди все равно расстаются. Уверена, космобойфренд скоро встанет на ноги. Ему просто нужно время. О, я знаю. Я засуну особую кассету в его магнитофон. Как ты завалировал, слышишь? От этого он точно проснется. В таком случае, пожалуй, стоит избавиться от особой кассеты. Ему наверняка будет больно ее слушать. Дай ее мне, Амори. Я попридержу ее у себя. Хира засунул руку в твой карман. Слышишь, ты что там пытаешься ночью защупать? У него... А? Где она? Она у него! Он пошел ее вставлять, слышишь, ты... Ты представляешь, он мне в кармане щупал? Ты звращуга такой. Ой, там, оказывается, нет кассеты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, может, руку берешь? Да подожди, может, появится. Кел, что ты творишь? Нет. Это просто коты мяукают. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, пойдем, космобойфренд. Ой-ой. Ой-ой. У меня плохое предчувствие. Что это за... чертово... верещание? Ну, такое себе. Ты выглядишь, конечно, стрёмно. А что б тебя, Кел? Только глянь, что ты наделал. Бойтесь меня, я пробудился. Доброе утро. Секундочку. Гораздо лучше. Так на чем я остановился? Ах да. Сейчас мы драться будем с ним, что ли? Глупые детишки, особо спасибо вам за то, что вытащили меня из этого жалкого состояния. Мне уже надоело лежать в кровати, притворяясь больным. Как я всегда говорил, чувства для неудачников. Это ведьма Душечка. Она заплатит за то, что бросила меня. Я делал для нее все, я отдал ей все. Все, слышите меня? Это неблагодарная маленькая... Ты застрелил кровать? Ой, придурок. Забудьте обо всем. Я должен найти душечку и заставить ее поплатиться. Ну, прости, но мы не можем тебе этого позволить, космобойфренд. Или лучше сказать, космобывший бойфренд. Любопытно. Хотите бросить а мне вызов? Да вы знаете, кто я такой? Я капитан космопиратов, я владею всеми планетами Солнечной системы. Я могу летать по космосу, как захочу. Сила самой вселенной подчиняется мне. На-на-на-на-на-на-на. Говори, сколько хочешь, мы тебя не боимся.
Если собираешься доставлять всем проблемы, сперва попробуй одолеть нас. Видимо, это последний выпуск. Их похоронят в конце. А вот так. А раз вы еще все еще хотите меня остановить, боюсь, нам придется решить это трудным путем. И я бросаю вам вызов. Сразитесь со мной, мерзавцы. Давай сейчас срать просто на тебя. Ой, это еще и голубой. Ай, слышишь, а что это я отхватил? На тебя под лапой. 11. А в чем у него вот это вот пластырь на соске? Септиза только что приехал. Может, за это и сбросила она его? А, да? А мы как должны его победить? У него там нереально много хп. Ну, наверное, мы проиграем, и это надо по сюжету. Но они мало, очень мало наносят. Обри молодец, как всегда. Не, мне кажется, мы так просто его не выиграем. Мне сказали, что я остановился прямо перед боссом. Если вы то называете боссом, то это говно просто. Вот это вот настоящий босс. Но, наверное, в конце, когда у нас останется по 0 хп, прилетит... Плутон и победит вместо нас. Не, ну мы так не вытянем. Я тебе говорю. Тут в чем-то подвох. Всплеск энергии, но мне прям намекали, что я должен... Нихера себе. Космобывший бойфренд. Моя ярость не сдержать. Вы меня не успокоите, космобойфренд разозлился. Космобойфренд больше не станет счастлив или грустен. Значит, его надо как-то развеселить, да? Ну, я не знаю как. Ну, подойти ему вот так вот по щеке. Угомонись. Должно успокоить. Ага. Почему вы все еще живы, я? Я не позволю вам меня победить. Я в ярости. А сколько у тебя здоровья? Ой, ну мы нормально так, слушай, снесли вот этой супер ударом. А, ну все, один отлетел уже. Выплеск энергии, но он, видимо, десяточку стоит, да? Да хера как-то. Ну мы прошли уже довольно-таки далеко, 46, уж мое почтение. Так. Ах ты гнида, слышишь? Да, не сдался, молодец. 66. Ну куда ты лезешь вообще? Слушай, главное, чтобы... А, подожди, а 66 я нашел, она 50... Ой, слушай, мы красавцы. Она... И он, видимо, всех кроме... У меня еще два персонажа есть. Ну, я хотя бы сохранился. Вы хотите попробовать снова? Сказать, что... Да, это я совру просто. А, его победить? Нет! Давай бежать. Я там понял. Игрушки? Какую мы игрушку можем на него использовать? Так, наносит немного урона всем врагам и снижает их скорость. Наносит урон в руку и понижает его защиту. Грустные слова сложенные вместе накладывают и грусть на друга и врага. Изобрести, накладывает злость на всех друзей. Одуванчик снимает эмоцию. Давай его рожок используем. Злость на всех друзей. Это ж хорошо, нет? Предположим, что хорошо. А если мы проиграем, то как бы насрать, правильно? Мы все равно сейчас заново начнем. Ну все, он будет злиться, и мы будем злиться. И в итоге мы все будем... Только что-то другой вариант был. Не то, что я обычно использую подряд все. Что это было? Главное, чтобы он не грохнул нас перед тем, как мы десяточку накопим, чтобы суперудар использовать. Атака. А, я еще какую-то херню, видимо, использовал, да? Обидно. Мимо. Лох. 22, ну что так мало? Ты меня разочаровываешь, конечно, Кел. Ой, ну у тебя 16, даже можно не спрашивать. Так, ты у нас, как всегда, молодец.
Ай, отхватил по лбу. Это потому, что он бесполезен. Вот его можешь бить сколько хочешь. Ой, я и не собирался тебя успокаивать. Это, наверное, вот здесь вот говоришь, да, я не смогу пройти босса, если не использовать успокоительное. Не, успокоить-то это все равно на нас подействует, правильно, а не на него. Так что хер ли толку, что я использую. Когда уже десятка накопится, вы издеваетесь? О, кстати, а космобойфренда можно поставить на заставку, это норм, норм. Да-да-да-да-да. В ярости... О, слушай, он уже в ярости, а мы еще даже не использовали суперудар. А когда его можно будет использовать? 42, ты охерел, именно по ней. По ней нельзя так бить. Ну, а мне можно уже как-нибудь суперудары сделать, не? Ой, моя ты умничка. Подожди, а что, я не атакую, что ли, вообще больше? А, вот. Выплеск энергии все еще недоступен. А потом уже может быть поздно, если он нас грохнет. Хотя, не, лучше, чтобы он никого из нас сейчас не грохнул, потому что, мне кажется, суперудар тогда слабее будет. У нас 8, все так и осталось. Вот я про что и говорил. Не сдался, да, я так понимаю, нам дают вторую попытку за море. А, это после каждого его удара по нам, типа. У нас прибавляется очков-то. Ой-ё. Главное, чтобы ударил сейчас не по мне. Давай по Келу. А мы можем использовать типа здоровье всем? Не, здоровье мы не можем использовать. Плохо. Ну, мы почти без суперудара справились. Ну, твою мать. Да твою мать. Ну, почти же выиграли. Ну, мы бы сейчас выиграли, если бы хотя бы одно здоровье у Амори осталось. А может, надо было не игрушки, а что-то там еще было, что можно использовать как аптечку? Это я чуть не подумал. И мы злостью просрали, правильно? Ну, хотя мы можем сейчас же еще раз использовать, правильно? У нас же то не сохранилось. Ну, вот, отлично. Угу. Его надо прям точно сейчас победить, чтобы я мог на заставку его взять. Нет, назад. Вот закуски, наверное, здоровье восстанавливают. А, кстати, да, если такими бонусами пользоваться, то в целом мы можем пройти. Слышь, по ней 29 урона, не дохера ли? Вы прям вообще не стараетесь, ну кроме нее, она молодец. Точнее, конкретно один у нас чувак есть, который вообще ни хера не хочет делать. Надо найти, я думаю, Бейзила. И Бейзила взять вместо него. Слышишь, а ты... А хера ли он такой сильный? Он с каждого раза все сильнее и сильнее, что ли, становится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, не могу, господи. Давай так. Ах ты тварь какая, ну почему на нее? Вот как-то рандомно идет, я так понимаю, да? Но это нечестно. Но без нее это... Уже можно заново начинать, если бы я знал как. Сейчас, например, суперудар мы можем использовать, но он будет слабенький, я думаю, без нее. Так, сейчас он ударит по мне. Даже если он ударит по мне, это плюс одно очко к нам будет. И это хорошо. Давай, у тебя супер злость включается. Нет еще. О, отлично. Так, подожди. А если он сейчас по мне атакует? Опа, всплеск энергии. Я нажимаю низ. А что не сработало? Я не понял, а что не сработало? Грусть. Да что это на мне грусть? Ну смотри, всплеск энергии. Я нажимаю, нихера не происходит. Какого хера?
Я не знаю, а что делать тогда? А теперь и у него грусть. То есть ты теле грусть на нас. Но я нажимаю вниз, нихера. То есть мы не можем, да, использовать, ну, силу всех друзей, потому что ее нет. Но как я тебе и говорил. Фактически один удар по мне хороший такой. Да любой. И мы проиграли. Да я вижу, что всплеск энергии надо использовать. Нахер ты меня дрочишь. А он вообще, наверное, что ли, не будет атаковать? Сука. Напомнил ему. Да, ну я понял. Тут тупо рандом. Повезет, не повезет. Но со злостью, по-моему, они больше наносят урона. Нет? По-моему, больше. Нифига. Пройдем. Ай. Блин, сначала он ударил, потом злость. А злость использовать? А чё только сейчас? А, это обри только сейчас. О. Ай, опять что-то использовал, да? Твою мать. Ну и какую хрень она использует сейчас? А прикинь, снятие вот этой злости. И что это делает? У нас 5 урона. А, и скорость его упала. Слушай, это... Твою мать, я опять что-то использовал. Я на автомате уже жму. Но его можно. Хотя нет, нельзя, чтобы его прям убили. Потому что мы не сможем тогда выплеск энергии сделать. Но тут опять же, видишь, полностью ногу. От в кого он ударит, того и ударит. Так, и что такое Джекс? Опять скорость упала. Так. Нет, 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 вот так вот. Так, надо, наверное, ему здоровье восстановить, да, если он его сейчас не убьет. Ах ты, сука. Угу. Так, ему надо здоровье. Сейчас, подожди, подожди. Не-не-не. Сражаться, так, закуски. Тофу лечит 5 сердца, 30 сердца, 60. Нормально, нормально. Вот ему. Так, теперь атака. А, мы можем закуску использовать или атаку. То есть мы не можем несколько раз вместе. Ну, здорово. Тогда надо было на этом... Да. Отстало мы использовать. Ай. А, это по нему. Так, а с грустью она меньше наносит урона. Вот это плохо. Так, сражаться. Нет, атака. Пока никому больше аптечка не нужна. Сейчас я прям нацелен победить его. Сейчас он наносит удар по нам. Это мы еще плюс единичку получаем. Хорошо, по нему можно. А если он его убьет, тогда уже все, жалко будет, понимаешь? Давай чисто на всякий случай. Так, нет, ты атакуй. Ты атакуй. Ты атакуй. Ты себя за коску. Возьми 5 сердца. 25%. А, воскрешает друга, вот. Но если... Бля, у нас же воскрешение друга есть. Давай на всякий случай тебе используем. Угу. 5 здоровья. Ну так, на всякий случай. О, блин, а если он его быстрее ударит, чем тот использует? Ай. Обри теряет 12. А зачем нам сок? Подожди. А, сок это, наверное, сила, да? С которой они вот эти вот приемы используют. То есть сила друзей, скорее всего, тоже меньше станет. Из-за количества сока. Вот про сок что-то мне вообще ничего не сказали. По крайней мере, я этого не помню. Угу. Так, теперь ярость у него, да? Да. Отлично. Угу. Хорошо, замечательно. Теперь у нас есть шансы его победить. Так, ну давай. Угу. Так, подожди, только не бей сейчас. Во, отлично. Да, нужны все герои, чтобы это сделать. Причем, обратил внимание, бьет только она. Со всех сторон. Так, так, с дороги мерзавцы, это ваш последний шанс. В бешенстве. Так, и все, мы его грохнем. Нет, еще нет. А сколько у него там здоровья? Подожди. Ну, 300 это много. А, у него совсем чуть-чуть. Ну, нормально, я думаю, мы выиграем. Мерзавец.
Ладно. Ну, 42 вряд ли, да? Поможет. Позвать Аморин. Ой, ну давай, как раз таки. Ух, мое сердце, оно болит. Мы просто победили, просто взяли и выиграли это. Школота, понял? О, блин, все столько, наверное, опыта получат. 1500, конечно. Все поднимут уровень, кроме Обри. Ну, сорян. Ты у нас и так самое лучшее. Жаль, конечно, ее, но что поделать. Сохраниться можно? Естественно. А? Что произошло? Где я? Кто вы? Здравствуй, как себя чувствуешь? О, привет. Я Капт, космопарень. Приятно познакомиться. А, моя грудь. О нет, ты в порядке. Минуту назад ты был очень рассерженным, так что нам пришлось. А, понятно. Моя вторая личность завладела мной. Прошу меня простить, то, что вы сделали, было вполне оправдано. Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот. Доставил. В последнее время мне трудно контролировать свои эмоции. Я стараюсь держать себя в узде, но это становится все труднее. Душечка была любовью всей моей жизни. Почти невозможно представить свою жизнь без нее. Боюсь, я немного растерян. Эта особая кассета полна наших с душечкой любимых песен. Я вложил столько любви, делая это для нее. Спасибо, что вернули ее. Она все еще полна дорогих мне воспоминаний. Ну, без проблем. Ну что, по крайней мере, без особых. Да, рады были помочь. Просто иди отдохни немного. Боюсь, что отдых не способен исцелить мое разбитое сердце. Я должен найти другой способ преодолеть это. О, космо-бойфренд. Мне очень-очень жаль, но у нас есть весьма-весьма ужасные новости. Ваша любимая планета Плутон сбежал, и мы нигде не можем его найти. Не сердитесь, нам очень жаль. Пожалуйста, помилуйте нас. А вон он, Плутон. А, он ушел. А, понятно. Все хорошо. Уверен, даже планетам наскучивает медленно вращаться целыми днями. Скорее всего, Плутон вообще не должен был быть планетой. А? Чего? А вы не злитесь на нас? Вы серьезно, Капт-ко, в смысле, космобойфренд? Каждый раз надо оговариваться, что ли? Ну, бесит. Абсолютно, соберите оставшийся экипаж. Давайте сходим на замерзшее озеро и поедим снежков. Сон в кровати не лечит разбитое сердце, но вот поедание снежков с друзьями может помочь. И еще вы больше не должны меня называть космобойфрендом. Я Капт-космопарень. Подождите, это значит... Йоу! Йо! Капитан снова с нами, жду не дождусь рассказать об этом остальным. Пойдем, Старик. Следую за тобой, дружище. А вы на свалку пошли? Я не смогу вас достаточно отблагодарить за все, что вы сделали. Кто знает, что бы произошло со мной и экипажем, если бы вы не пришли. Ой, да пустяки. Мы рады, что тебе стало лучше. Я у вас долгу. Если понадобится помощь от меня или космопиратов, не стесняйтесь обращаться. Честно говоря, не могу поверить, что забыл об этом, но на самом деле мы ищем друга Бейзела. У него венок на голове, и он всегда носит с собой фотоальбом. Ты его не видел? Нет, боюсь, что нет. А, то есть он серьезно просто вокруг себя пострелил? Да нет, его вроде как тут нет. Но если увижу, вы сразу об этом узнаете. Бейзел, куда же ты пропал? Ох, пожалуйста, не плачьте, юная леди. Вот, возьмите. Вы получаете билет на снежок. Еще хочу. О, пожалуйста, юная леди, не плачьте. Вот, возьмите и это. Книгу? Ты хочешь, чтобы она вообще ревела? Вы получили билет на поезд. Я часто ездил в поездах, когда был ребенком, задолго до того, как стал космическим пиратом. Если даже я прошел с путешествием на поездах на полеты в собственном космическом корабле, уверен, что вы сможете найти своего друга.
Ладно. Эй, капитан, готовы идти? Вас все ждут. Да, секундочку. Иду. Не теряйте надежду, юная леди. Если станет совсем тяжело, попробуйте снежок. Это поможет немного облегчить вашу ношу. Я не должен заставлять команду ждать. Удачи во всем и еще раз спасибо. Что это было? Ваши дружеские узы стали сильнее. Действия следования команды... А что это за черная штука? Ладно, следующий раз уже посмотрим. Сейчас пошли сохраняться. Та твою мать. Всем привет. А как продвигаются поиски Бейзела? Ну, Мари, похоже, мы немного отвлеклись. Типа помогали нуждающимся. Мари, смотри, у меня есть билет на снежок. Ого, очень даже неплохо, Обри. Спасибо. Мари, смотри, как я могу. Что ты там делаешь? Это тоже неплохо, Кел. Круто, правда? Так странно. Мы все обыскали, но нигде не нашли Бейзела. О, Бейзел, хотел бы я знать, куда ты пропал. Должно быть, мы что-то упускаем. Есть предположение о море. Конечно, миллион предположений, но сначала мы сохранимся. А на этом все. Все ссылки в описании, чтобы вы контактировали с лайк, чтобы вы продвинулись, также подписывайтесь на канал, чтобы пропустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.